только что было сказано, что то, о чем хочется с вами вместе поговорить, передается словами Дон Кихоты против роботов, а также каждый раз передается фразой «непредсказуемость как дар». Почему я сегодня говорю об этом? Почему я вдруг перед вами хочу как бы заострить поединок, воображаемую дуэль? Представьте, отсюда выходит Дон Кихоты. Нет, я сказал неправильно. Отсюда выходит Дон Кихоты, откуда-то появляются роботы. Почему это меня мучает? Почему я этим хочу с вами поделиться? Да потому что никогда на подобные вопросы не бывает одного ответа. И рискну начать с нескольких признаний. Признание первое перед вами. Почти психологический стриптиз. Мне сколько бы ни было лет и сколько бы ни шло времени, первое, никогда не хотелось быть взрослым. Мне всегда мечталось, чтобы по-разному видеть мир и в буквальном смысле, так же, как ребенок мечтает, чтобы была уверенность, для чего я пришел в этот мир. Я пришел в этот мир, чтобы он стал лучше. Я пришел в этот мир, чтобы его изменить. Я пришел в этот мир для того, чтобы понять, что такое человек и чем он отличается от всего живого на Земле. И поэтому уже в самом детстве писал: не в стране тибетских храмов, где в санскрите плиты, а в Москве. У папы с мамой живу неоткрытый, и по улицам хожу я, где нельзя без правил. Солнце светит, давит время, странный след метает. Он и здесь такой же странный, среди тысячи ваших, не асфальте, а в камне, ничем не окрашен. Вы поймите, что я редок, реже не бывает. Не поймите, что я снежный, я все понимаю. Отсюда, сегодня, вчера, позавчера, когда я вертел задачи, которыми хочу поделиться с вами, одна за другой приходили неожиданные для меня вещи. Сейчас все вокруг болеют как бы новыми страхами. 40-й год, 50-й год. Эпоха сингулярности, эпоха, когда человека заменят роботы. Придет робот и будет все по-другому, а мы с ними будем конкурировать. Это вовсе не новые страхи, говорю я. В свое время замечательный поэт, с которым мне приходилось общаться и счастье общаться, Андрей Вознесенский писал: «Нас черные, как батыи, машины поработили». А в ночь, поборовши робость, создателю своему кибернетический робот отдай, говорит, жену. Люблю, говорит, блондинок на 30 оборотах. Лучше по-хорошему уступите. Это было в начале 60-х годов. И вот сегодня везде, где не откроешь, оттуда говорят, появится трансгуманизм, придут андроиды, со всех сторон на вас накинутся и выступит Шварценеггер. Ой, простите, я, кажется, обидел человека. Я хотел сказать терминаторы. Во всех этих ситуациях я бы хотел сказать и передаю год за годом, что ключевая задача понять, чем человек специфичен, в чем его особенность, почему он отличается от многих других собратьев по эволюции. И говоря об этом, я выдвигаю следующую вещь.
существует код, который никогда не закодируешь. Я называю специфику, ключевую особенность, главную загадку человека – код непредсказуемости. Мы с вами непредсказуемы, мы с вами непредвосхищаемы. И чтобы в этом убедиться, каждый из вас пусть на секунду задумается, всегда он ли знает, что с ним будет, что он сделает через час, через день, через минуту, чтобы мы четко поняли, что есть феноменология неадаптивности, непрогнозируемости, непредсказуемости. Вспомним Александра Сергеевича Пушкина. Однажды он о себе сказал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Ключевая особенность человека, услышьте, поймите это, непредсказуемость для самого себя. В этом ключ. Мы непредсказуемы. Я не просто повторяюсь. Если Пушкин говорит: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Если Цветаева говорит: «Ай да Цветаева!» Ну, она так не говорила и не говорила, что она сукина дочь. Но вместе с этим, пока вы способны удивляться сами себе, пока вы способны быть непредсказуемы для себя и других, вы интересны. Вспомните гениальные фильмы, сделанные Марком Захаровым. Вспомните его восхитительный фильм «Обыкновенное чудо» и диалог между главным героем, которого играет Абдулов, Янковским, который играет волшебника, хозяина. Он ему задает вопрос: почему ты не поцеловал принцессу? Почему ты убежал? Но, отвечает герой, если я поцелую принцессу, ведь я превращусь в медведя. И уходи, отвечает волшебник, ты мне не интересен. Как в жизни часто случается, что мы боимся поцеловать принца или принцессу и впадаем в логику предсказуемости, адаптивности, прогнозируемости. Мы оказываемся в матрице норм, в матрице уже адаптивных схем поведения. И чтобы в этом убедиться, что мы в матрице, это не воображение. Поднимите, пожалуйста, в этом зале руки, у кого есть мобильный телефон. А у кого два? Не буду проверять, чтобы вызвать неравенство между вами этих вещей. Но, по сути дела, мы все время в матрице и все время перешагиваем, когда становимся индивидуальностями, личностями поверх барьеров. И поэтому я говорю всегда, индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают. И отстаивание индивидуальности есть великая вещь. И наша непрогнозируемость, неадаптивность, непредсказуемость – вот что надо передавать друг другу. А мы все время попадаем в ловушки адаптивности и норм поведения, и тем самым сами превращаемся в роботов. Чем прекрасен Дон Кихот? Чем прекрасен Чедаев? Чем прекрасны те, о которых говорят, что они безумцы, и им выносят жесткий диагноз «горе от ума»? Тем, что они обладают самостоянием, тем, что они творят сами себя, тем, что они умеют находить решения в самых трудных, непредсказуемых ситуациях. Где мы учимся этим ситуациям? Мы учимся им в огромном количестве уникальных сказок и идем бороться с ветряными мельницами. Вспомните сказку, в которой говорится: стоит герой, и ему запросто говорят: пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. И он идет и решает,
замечательный мастер понимания поведения людей, Бахтин, а за ним и Лихачев, очень четко говорили, что там, где люди способны смеяться, где есть смеховая культура, карнавальная культура, там у культуры есть варианты развития, возможности развития, непредсказуемость развития. Там есть в буквальном смысле нами с вами, делаемое нами с вами конструирование будущего. Доводя до парадокса, а по сути дела пушкинская формула «гений парадоксов» вдруг говорит, что именно через парадоксы и Пушкин, и Хармс решают совершенно разные проблемы. Парадоксы побуждают нас к совершенно невероятным, непредсказуемым решениям, и только нам приходится решать, разрешать неразрешимые задачи. Буквально энное число лет назад психологи ставили эксперимент, первый рассказываю, между 4- и 5-летками. 4-7-леткам давали задачи. Барьер. Достань что-то интересное. Здесь преграда, здесь палка. Это называется обезьяне шимпанзоподобные задачи. 4-летка думал, секунду, 2-3, брал сачок и подтягивал к себе предмет. А 7-летка стоял и не мог решить задачу. Все с удивлением смотрели, почему 7-летка не решает то, что мгновенно решает 4-летка. Поставили эксперимент следующий. Взяли зеркало Гизела, полупрозрачное зеркало, и стали наблюдать за следующим. Здесь 7-летка, здесь 4-летка. Взрослый подходит и говорит 4-летке: не подсказывай своему товарищу, не говори, как решить задачу. И вот перед вами картинка. Они стоят, задача поставлена. 4-летка видит, что 7-летка не решает, как ему хочется помочь, как хочется подсказать. Но он скован запретом взрослого. И тогда мы видели, происходит следующее. Почти как Чарли Чаплин, 4-летка, отвернувшись от 7-летки, начинает вот так двигаться и говорить: «Сачок возьми! Сачок возьми!» И тогда 7-летка с высоты своего глубокого возраста смотрит на него, на подсказчика, и говорит: «Так и дурак сможет». Главная наша особенность – это возможность решения сверхзадач. И если Станиславский спрашивал своих актеров, начиная великолепные действия, чем вы меня удивите, пока вы способны удивлять, пока вы способны бросать в мир в горсти неожиданности, мир перед вами. И я чудак и фантазер, и говорю, что мир прекрасен. Прекрасен тем, что он не ясен, что небо формулы не выразишь, что звезды в небе не сочтешь, и хоть законы соблюдаются, ты неожиданного ждешь. Когда я слышу, что такое человек, зачем он на земле, я вспоминаю разные определения. В 10 классе мне пришлось писать, и когда я написал вслед за Энгельсом, что человек, вовсе критикуя его, не только собрание бельковых тел, мне сказали: как вы имеете право, какое право так говорить? И тогда я с грустью ответил: человек, это звучит гордо, вариация аминокислот, позвоночник наследства хордовых и генетический код. Нет и еще раз нет. Человек не умещается в эти биологические формулы. Код непредсказуемости – ключевой наш ход, код. И это надо понять как никогда.
Мы умеем предвидеть будущего. У каждого из нас, как говорил Гумилев, есть шестое чувство, которое не выводится из прошлого опыта. И когда тут и там строятся прогнозы будущего, говорят, анализируем тренды, анализируем схемы, анализируем то, что уже было в прошлом, мы оказываемся во власти стереотипов, во власти диктатуры прошлого опыта. И всем мастерам адаптивного прогнозирования я говорю, мастерам анализа трендов, не тренди! Потому что вы оказываетесь в эффекте колеи, вы им пленены, вы не вырветесь за него, вы не прогнозируемы, вы не адаптивны. Что такое человек? Человек – это генератор непредсказуемости, человек – это генератор смыслов. Буквально несколько лет назад психологи ставили задачи на исследование кратковременной памяти, и шахматистам высвечивали фигуры на доске и спрашивали, сколько фигур стоят, как стоят, где стоят. И не успевали ответить, не успевали увидеть, не знали ответа. Но среди этих шахматистов был один гроссмейстер, который поглядел на психологов, которые мучают его, и сказал, пристали ко мне. Ну, я вам тогда скажу, я не помню, сколько фигур стояло на доске, я не помню, как они стояли, но если белые начинают, они дают мат в три хода. Если в этом зале те, поднимите руки, кто в жизни хоть раз слышал вопрос, который я считаю тестом на непредсказуемость и преадаптивность. А тебе что, больше всех надо? Поднимите руки, пожалуйста. Как я рад видеть этот зал. Здравствуйте, неадаптивные вы мои. И во всей этой ситуации, какие роботы? В каждом из нас живет Щедаев, в каждом из нас живет Дон Кихот, в каждом из нас живет тот, кто осмеливается, обладает мужеством, самым трудным мужеством на земле, мужеством быть человеком. Только человек знает в этом мире, что он осужден и что он уйдет из этого мира. И уникальное мужество. Все умирает на земле и в море, но человек опасней осужден, он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден. Но сознавая жизни бесконечность, он так живет, наперекор всему, как будто жизнь рассчитывает вечность, и этот мир принадлежит ему. Эти слова великого диагноста времени Самуила Яковлевича Маршака относятся ко всем нам, которые непредсказуемы, неадаптивны, у которых есть самый великий, некодируемый код, непрограммированность, код, который я, повторяюсь, называю код непредсказуемости. И поэтому веры вам в себя. Веры в свою непредсказуемость. И если кто-то к вам придет и задаст вопрос из мира адаптации, а за что ты меня любишь? И ломаешь голову, и хочешь ей ответить, а у тебя такие уши, ни у кого их не было. Мы непредсказуемы, мы непрогнозируемы, и мы в этом мире любим не по прагматике, не за что-то, а просто так –